Здравствуйте, друзья. Давайте короткий видеообзорчик проведем. Поставили новую магнитолу на Kia Sorento Prime. Давайте начнем. Итак, головное устройство с экраном 10 дюймов на операционной системе Android 4.4. Все подключается штатно, без всего такого глобального, скажем, изменения, да, там экран-то был маленький, теперь мы имеем огромную такую штуку. Поддержка руля, всего этого есть, да. Вот, магнитолка загрузилась, смотрим меню, какое у нас. И вот она столкнулась сразу с приложением, которое было, да, теперь вернемся. Сразу давайте посмотрим, как она работает немножечко. Так, первое, что поддержка климат-контроля с выводом на экран. Это хозяйство работает, да? Сейчас мы ее... Вот. Смотрим. Меняется температура. Режимы всевозможные. Да. Увеличиваем, уменьшаем. Все это работает, да? Теперь двигаемся дальше. Виджет радио, виджет плеера. По радио пошли. Как мы видим, что показывает РДС. Все это работает. С руля управляется. Громкость. Станции. Кнопки можно перепрограммировать. Двигаемся дальше. Навигация. Как она стартует? Дальше. Телефончик. Здесь все просто. Настроечки. Паролик вводим. Спрягаем устройство с телефоном. Вводим пароль. И все, телефон спряжен, можно загрузить книгу контактов, номером набирать или и звоним. Микрофон вывели сюда, здесь более лучше прямо смотрится. И собеседнику лучше, да, для... Так, что у нас дальше? Радио мы посмотрели, плеер. Да, управляется здесь, можно зайти вот сюда, то же самое. С руля управляется. По плееру можете считать с внутренней памяти, с USB. Внутренней памяти 16 гигов, из них 3 заняты системой. Остальное можно бросать и наслаждаться, да, даже без флешки. Ну, вывод программ, каких вам пожелается, да, можно вывести сюда что-нибудь другое. Так, где она? Да, это мы толкнули YouTube. Вот, вывод, мы можем выбрать другую, и, соответственно, будет другая. Вот так она выводится. Теперь по меню. Смотрите, как работает экран. Что у нас еще? Задняя передача. Включаем. Имеем. Сейчас я попробую, машина не заведена, заодно покажем парковочные линии. Все это работает. А что вам еще рассказать про него? Ну, как видите, картинка хорошая. А, встроили сюда, ну, цифровое, да, с управлением, управление с экрана. Поезд и ехал в Харьков. Да. Было там. Управление с экрана, все это работает. Здесь сигнал. Надо перенастроить, наверное.
не сразу. Нет, ну притирались мы долго довольно. Притирались долго. С карет. Ну, как-то вот так, да. Что еще не забыть? Камеру показали, все показали. Ну, штатно подключили, без проблем, особо возиться да, не пришлось. Еще раз говорю, 16 гигабайт памяти. Азу 1 гигабайт оперативной памяти. Кнопки, а ну и кнопочки на руле все работают, которые есть. Есть, да. Телефон нажимаем, получаем, заходим в режим этого. Бросить трубку, положить. Вернемся еще раз сюда. Что? И кнопочка верхняя моды. То бишь берем, видите, меняется. Зачем? Кнопка мод. Ну вот, к примеру, надо нам толкнуть какой-нибудь. Зайти в навигацию. Раз. Остановились. Есть. Найти музыку. Попадаем в музыку. Видео, телефон. Попали в телефон. ТВ. Попадаем в режим ТВ. Правильно. Какие-то вещи там мы переснимаем. Или я вношу вот это. Ну, вроде коротко как бы рассказал об этом устройстве. Экран сочный, красивый. Магнитола вписалась, никаких зазоров, ничего нету. Что получили из сколько там, 6 с копейками дюймов, получили 10,1 дюймов штатно. Пришлось только воздуховоды переставить, потому что шла с рамкой, как бы со своей. Перекинули воздуховоды, и все вписалось органично, как будто родное. Все, всем спасибо. До новых встреч.